Том Пикерилли. Я зависаю с люцем. Я оборачиваюсь, когда обсос в лыжной маске с прорезями для глаз натянутый на лицо и револьвером 32 калибра. Выпрыгивает из шевроле шевель 1973 года выпуска. Это хорошая тачка, почти полностью восстановленная, и я ему пиздец как завидую. У меня самого Сатурн с пробегом в 200 тысяч миль и двигателем, который кашляет так же громко, как мой старик кашлял незадолго до того, как умер от рака легких. Я испускаю вздох, который копил в себе тысячу лет. Мне в затылок дышит ипотечная компания. Моя мать в доме престарелых умирает от болезни Альцгеймера. Когда я навещаю ее, она смотрит на меня и говорит, ⁇ Люц, у меня ноги замерзли, включи обогреватель. Кто такой этот Люц? Среди ее знакомых нет никакого Люца и никогда не было. Но хуже всего это то, что у нее нет ног ниже колен. Она лишилась их из-за диабета. «Мама, у тебя они не могут мерзнуть. Почему-то мне хочется засмеяться, потому что если я не засмеюсь, то разрыдаюсь прямо у нее на глазах. А какой мужчина может позволить себе рыдать на глазах собственной матери? Люд, с кем бы ты ни был, врубай обогреватель на полную. У меня третий брак и две дочери, которые больше меня не навещают. Порой я едва могу вспомнить их лица. Я листаю старые фотоальбомы, и все лица кажутся мне чужими. Изредка я узнаю свое лицо. Увидев его, я всегда вздрагиваю и застываю в ступоре, словно натыкаюсь на кого-то, кого там быть не должно. «Они свой бумажник!» — орет Апсос. Револьвер дрожит в его руке. Я делаю это без колебаний, практически смеясь пацану в лицо. В наши дни уже и в торговый центр не сходить, чтобы тебя не ограбили. В торговом центре половина отделов закрыта. Мне нужно было купить новое исподнее. Я не смог найти отдел, где продается мужское белье. Ни один из них не работал. Моя жена будет в бешенстве. Она стирает мои трусы и жалуется, что они уже застираны до дыр. Так и есть. Ну а я-то что могу сделать? Сквозь прорези для глаз в лыжной маске я вижу капельки пота, повисшие у пацана на ресницах, словно слезинки. У меня 18 баксов наличными и три кредитные карты, по которым я должен больше 20 тысяч. Я никогда не погашу этот долг. Я таскаю на себе визу, как 50-килограммовый мешок цемента. Я надеюсь, что абсос сломает себе руку, забирая мой бумажник. Но все эти деньги, что в нем есть, он может купить себе гамбургер. Ну, при условии, что не зажмотит официантки чаевые. Дебил. Он должен понимать, насколько хуже все будет дальше. Он думает, что сейчас жизнь нагнула его раком. Потому что ему нечем оплатить семестр в колледже, потому что ему срочно нужна очередная доза метамфетамина. Подожди, пацан. Подожди, пока в твоей бороде не пробьется седина, а волосы не посыплются с макушки, как пассажиры с верхней палубы тонущего круизного лайнера. Подожди, пока тебя не выпрут с завода, на котором ты отпахал 30 лет. Ты не наберешь кучу банковских кредитов, крыша твоего дома не начнет протекать и не умрут все твои собаки. Подожди, пока стенокардия когтями не начнет впиваться тебе в грудь, а колени подгибаться. Флагшток уже никогда не поднимется выше полвосьмого. Подожди, пока ты не оглянешься, чтобы перекинуться словечком с друзьями, и не поймешь, что их у тебя нет, что ты совершенно один в этом мире. Твои друзья давно умерли или разъехались по другим штатам, или их вообще у тебя никогда не было. Ты можешь пересчитать их всех по пальцам одной руки, но тебе потребуется шесть недель, чтобы пересчитать всех своих врагов. Брось камень, и ты попадешь в шестерых, которые тебя ненавидят. — Гони остальное, что есть! — визжит абсус. Да, визжит, пронзительно, как баба. Он уже подсознательно чувствует всю тяжесть того, что ему уготовлено. Он уже примерно представляет, что его ждет. Такое заставило бы визжать любого, кто мог бы увидеть свою жизнь наперед. Его губы растрескались, кончик языка высовывается изо рта и облизывает их. Я, скривившись, пожимаю плечами. Остальное, что есть, он что, думает, у меня в носках заныканы бриллиантовые запонки? Я выгребаю мелочи из задних карманов, швыряю ее к его ногам тридцать семь центов. Нет, тридцать восемь. Шикани, придурок! Отожги на них так, будто это твой последний день и твой последний час, потому что через двадцать пять лет ты сам окажешься в моей шкуре. И знаешь, что ты сделаешь? Пойдешь в стриптиз-клуб в надежде на глоток свежего воздуха, но стройные накачанные жопы и стоячие и упругие сиськи только усугубят ситуацию. Ты перекатываешься на спину и ждешь от своей жены хоть какого-то действия, но она просто пыхтит, как прохудившийся карбюратор. Наверное, труднее всего привыкнуть к тому, что твой отец все время рядом с тобой. Его нет в живых уже двадцать лет, но он все еще здесь, в твоей голове. Слушает каждое твое слово, следит за каждым твоим шагом. Он комментирует и критикует. Он безнадежно машет рукой и пожимает плечами. Он разочарованно качает головой и хлопает тебя по плечу. Он и сейчас здесь, не переставая, бубнит, что я все в жизни делал не так, что я все делаю не так прямо сейчас. И он на сто процентов уверен, что в ближайшие пару секунд я тоже налажаю. Он говорит, тебе сейчас прострелят башку, «Я в курсе», — говорю ему я. «Смотреть, блядь, противно, до чего докатился мир!» «Боже, пап, ты тоже это заметил?» «Я не твой отец!» «И голос прав. Это правда не мой старик. Ну и кто ты, мать твою, такой?» «Я Люц!» а — обсос орёт. «Ну все, падла, ты труп!» Я делаю к нему шаг, может быть, чтобы двинуть ему по тыкве. Может, чтобы обнять его, а может, чтобы забрать свои 38 центов. Никому не позволено отбирать у человека последние 38 центов, как бы не придавила тебя жизнь. Затем обсос стреляет мне в голову. И следом... Ничего. Кроме острого железного жала, пронзившего мой череп. Это как удар... Током все мои нервные окончания одновременно вспыхивают и перегорают. Все внутри обмекает, как обмекало у меня всякий раз, когда я поднимал трубку телефона, на другом конце которого был представитель банка, больницы или дома престарелых. Мне хочется кричать, где мои дочери, где ноги моей матери. Я хочу спросить у девок в стриптиз-клубе, какого хера вы на меня так смотрите. Я ничем не отличаюсь от остальных. Я такой же мерзкий, похотливый и душный, как и любой другой мужик, пытающийся засунуть бакс в ваши трусики. Я походу уже мертв, потому что не слышал выстрела. Пуля движется быстрее скорости звука. Если ты слышал выстрел, значит тебя пронесло. Но не в моем случае. Я не слышал выстрела, меня не пронесло. И от знания этого мне хочется рассмеяться. Наконец-то все закончилось, как же долго, сука, я этого ждал! Отдача заставляет пацана выронить револьвер. Пацан издает звук, похожий на тот, что издал мой отец на смертном одре тяжелый, удушливый хрип, застрявший в глубине горла. Он хватает ртом воздух и отступает на шаг. Его рвет на мелочь, которую я швырнул ему под ноги, и он, задыхаясь, срывает с головы лыжную маску. Симпатичный малый, если не считать испорченных метамфетамином зубов. Если завяжет курить эту дрянь и приведет зубы в порядок, у него все в этом мире получится. Люц говорит мне, Сейчас ты упадешь, но я уже и так стою на коленях. Пацан прыгает в свой шевроле Шевель и чуть не переезжает меня задним левым колесом. Я протягиваю руку и касаюсь ладонью бампера его тачки. Мне кажется, важным дотронуться до него, словно я дотрагиваюсь до 1973 года. Мне снова шестнадцать, и у меня впереди целая жизнь. У меня симпатичная подружка и мустанг с проржавевшей передней панелью. У меня подработка и карманные деньги. Шины вержат, и Шевель, срываясь с места, царапает бортом мой Сатурн, вылетая с парковки. Вот же ебаная мелкая дрянь. Ну, ты видел эту хуйню, спрашиваю я Люца. Я видел, говорит он. Ты забрал ноги моей матери. «Да», — говорит он мне, — «я все еще стою на коленях. Такое ощущение, что я стоял на них всю свою жизнь». Ручейки крови стекают по моим волосам и по лбу. Один затекает в морщинку под глазом, глубокую, как шрам от ножа. Почти двухдюймовую траншею. Ручейки набирают скорость, словно впереди их ждут пороги, и заливают мне лицо. Я валюсь на асфальт рядом с брошенным револьвером. Насколько я могу судить, я все еще дышу. Вокруг меня собирается толпа, похожая на разношерстное стадо, топчется, расталкивая друг друга. Я фактически слышу, как из их ртов, вместо слов, вырывается протяжное му-. Я немного удивлен, что на лицах так много улыбок. Такое впечатление, что вид разлетевшихся по асфальту мозгов реально может поднять кому-то настроение. Несколько человек достают мобильные телефоны и начинают меня фотографировать. Еще несколько подносят их к уху и что-то в них кудахчут. Кто-то звонит в 911, остальные — своим друзьям и знакомым. Цокают языками, хихикают, хрюкают, хмыкают. Одна девчушка, лет девятнадцати, глаза, губы, бедра, все дела, взволнованно шепчет в трубку «Он лежит прямо передо мной, клянусь! Какой-то старый хрен, которого застрелили на парковке!» Я показываю ей средний палец. «Он только что показал мне факт, фотоебок!» Прибывают парамедики и принимаются за работу. Они постоянно пытаются привести меня в чувство, задают вопросы, говорят «Сэр, оставайтесь с нами, сэр!» «Давление 140 на 89. У вас есть аллергия на пенициллин?» Я про себя такой «Пенициллин? Серьезно? Вы что, думаете, я словил трипак?» Потом такой «140 на 89? Не так уж и плохо. Лучше, чем когда я мерил себе давление в последний раз. Мне на лицо напяливают кислородную маску, вкалывают что-то, укладывают на каталку и запихивают ее в машину скорой помощи. Девчушка прослеживает за тем, чтобы я увидел, как она возвращает мне факт. Водитель скорой не знает, как правильно выехать с парковки. Он пробует свернуть с нее на улицу Вязов, но там одностороннее движение и не в его сторону. Он подумывает, было там развернуться, но понимает, что застрянет. Он сдает задом и снова выезжает на парковку, проезжая мимо разбредающейся толпы. Он тычется в один выезд, в другой, в поисках съезда на вторую улицу. Когда он, наконец, его находит, то вдавливает педаль газа с такой силой, что с полок скорой на меня сыплется всякая медицинская херь. Один из дефибрилляторов срывается с крепления и тюкает меня по раздолбанной пулей башке. Люц сидит на полу, и наблюдает за происходящим. На его лице застыло скорбное, затравленное выражение. «Это не из-за меня. Не из-за кого в целом. Он выглядел бы как прекрасный ангел с ярким взором и длинными золотистыми локонами, рассыпавшимися по плечам. Но черты его лица скрыты под тысячелетней пылью. Теперь я узнаю его». Я хочу спросить его о райских кущах. Я хочу спросить его об огненной гиене. Я хочу узнать, есть ли у него список всех моих грехов, начертанных кровью. Я начинаю перечислять их про себя, но мне становится скучно, где-то между номером три и номером двадцать тысяч Кроме того, мы уже подъезжаем к больнице. Врачи из реанимационного отделения ждут нас на входе. Они хватают каталку и несутся с ней по коридорам. А Люц едет рядом, сидя со скрещенными ногами у меня на груди. Он протягивает руку, проводит ладонью мне по щеке и говорит. «Не бойся. Я хочу сказать, ты серьезно? Бояться? Чувак, я все! Я наконец-то все!» Мне хочется хохотать, пока мой хохот не сорвется в вой, голодный вой волка, воющего на полную луну. Больше никаких налогов, никаких коллекторских агентств, никаких обсосов с револьверами, выдирающих у меня из рук последние центы. Больше никаких неблагодарных детей, никаких ворчливых жен, сгоняющих тебя с дивана, где ты прикорнул, чтобы выпить баночку пива и посмотреть пять минут бейсбола. Больше не надо глядеть в зеркало, думая, ебать, кто это? Как будто на тебя оттуда смотрит какой-то мутант. Какая-то радиоактивная обезьяна, покрытая клоками белого меха, с огромными, отвисшими до колен яйцами. Все, 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 все! Мое имя заштриховали красными чернилами, меня вычеркнули из этой жизни. Кого вообще такое может испугать? Они собираются вскрыть тебе череп, говорит Люц. У меня он и так уже вскрыт. Хирурги как угорелые начинают меня оперировать. Их целая флотилия у операционного стола. Я все жду, когда кто-то из них крикнет, тампон, еще тампон, зажим но никто такое не кричит. Я жду, когда медсестра промокнет одному из них губкой пот на лбу, но ни одна из медсестер этого не делает. Затем происходит следующее. Я покидаю свое тело. Мне хочется выдохнуть, ну, слава тебе, Господи! Но, возможно, Люц воспримет эти слова не совсем адекватно. Немного учтивости, не слишком большая цена, учитывая, что он был рядом со мной все это время. Моя фантомная сущность парит над операционным столом и смотрит, как внизу хирурги снимают верхушку моей черепной коробки, отпилив ее циркулярной пилой. Мои веки заклеены пластырем, но слегка подергиваются. Я вижу, как разрушен мой мозг, пуля 32-го калибра, выпущенная в упор, способна и не на такое. Я всегда думал, что мозг — это мышцы, плотная, похожая на резину губчатая ткань, но мой похож на сваренный яичный белок. Пуля пропахала в нем туннель, двигаясь вдоль внутренней стороны черепной коробки — и вышла чуть выше правого уха, вырвав кусок размером с бильярдный шар. Возможно, не такая уж и смертельная рана, как мне казалось, но я все же надеялся на худшее. Я парю над врачами и матерю их за то, что они так стараются, как будто все, чего мне не доставало до полного счастья, это еще несколько судебных исков за неуплату больничных счетов. Я удивлен, что рядом с моим телом не стоит сотрудница банка и не орет мне в ухо. Вы успели внести обязательный месячный платеж по кредитам? Христос не зовет меня. Не трубят ангелы. Святой Петр не шелестит своей толстенной книгой жизни, пытаясь отыскать страницу с моим именем. Я не в аду, о котором нам рассказывали в католической школе. Меня не встречает толпа знакомых и близких. Никто не машет мне рукой, стоя на белом облаке. Нет никакого туннеля, в который я должен войти. Я пытаюсь взлететь выше, но мне не удается. Я пытаюсь пролететь сквозь стену, но замечаю, что привязан. Призрачная пуповина тянется от моего затылка и соединяется с затылком моего тела лежащего на операционном столе. Я дергаю ее, пытаясь оборвать, но она выскальзывает у меня из рук. Люц подплывает ко мне. Я не чувствую здесь никакого сквозняка, но его волосы развиваются, словно он движется против сильного ветра. «Эй, Люц!» — говорю я. что происходит?» «Я здесь, чтобы избавить тебя от боли», я думал, ты должен наказывать таких плохих мальчиков, как я. Это никогда не входило в мои обязанности. В большой книге сказано иначе. Это книга лжи, написанная безумцами, дабы их безумный Бог обрел голос. Люц, богохульник, неудивительно, что тебя отправили в пекло. Нет, меня отправили не туда. Ничего не могу с собой поделать, но, глядя на него, у меня сердце обливается кровью. Он выглядит так, будто готов в любую секунду разрыдаться. Он на волосок от этого как минимум последние две тысячи лет. Но не может позволить себе проронить ни слезинки. Это видно по его поникшим плечам, потому как он понуро свесил голову на грудь. Он устал, он очень устал. По крайней мере, не меньше, чем я. Я думаю, хорошо было бы нам вдвоем прошвырнуться куда-нибудь, попить пивка, развеяться. Вот только у меня не осталось ни цента в кармане, а у Люца вообще нет карманов. «Раз ты здесь не для того, чтобы насадить мою задницу на вилы, тогда зачем ты здесь?» — спрашиваю я. «Я твой проводник». «Куда?» Я же еще не умер. И я готов ответить на все твои вопросы. Я только что задал тебе один. Ты мой проводник куда? На следующий уровень. На следующий уровень? Тот, что над этим. В следующий мир. Люц, просто скажи мне, что там есть диван, где я могу спокойно посидеть в одиночестве, и никто не станет меня с него сгонять. Нет. Там его нет. Блять. Я снова хватаюсь за призрачную пуповину и дергаю ее изо всех сил. Я пытаюсь оборвать ее, чтобы просто взмыть вверх, 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 подальше отсюда и в пизду всех, кто попытается спустить меня обратно. Я впиваюсь в пуповину своими фантомными зубами и пробую перегрызть эту сукину, мать, но она не поддается. На операционном столе мои веки открываются. Медсестре приходится заново заклеить их пластырем. Я сдаюсь ей, бросаю пуповину. Да чтоб тебя! Я просто вишу над столом. Люц рядом со мной. Мы вдвоем наедине с нашими тяжкими мыслями. И оба выглядим так, будто вот-вот заплачем. Время от времени мы сталкиваемся плечами. Время от времени он протягивает руку и гладит ладонью мне по лицу. Это не совсем то, что мне нравится, но я знаю, что он просто пытается выразить поддержку, наладить контакт, разделить момент. Может быть, это начало перехода на следующий уровень. Хирурги начинают присобачивать отпиленную верхушку моей черепной коробки обратно на место. Она встает с хлюпающим звуком и глухим стуком, как будто под ней внутри пустота. Кусочки костей и мозговой ткани смахиваются в блестящие металлические судна. Интересно, сколько вместе с ними потеряно воспоминаний. Кажется, что воспоминания должны вытекать прямо из моих ушей и капать на пол. Я должен видеть себя в день свадьбы, видеть, как рождаются мои дети, как я отвожу их в колледж, как сижу с матерью на похоронах своего старика, как храню собак как смываю в унитаз золотую рыбку, как говорю свидетелям Иеговы, чтобы они ввалили нахуй с моего крыльца. Один из хирургов использует степлер, чтобы скрепить мою макушку железными скобами». Хорошо бы по краям еще пройти шпаклевкой или запенить, а в идеале посадить все на суперклей. А так один хороший чих, и верхняя часть моей черепушки улетит в ебеня. Они обматывают мою голову тюрбаном из бинтов. Потом начинают снимать свои окровавленные перчатки и срывать хирургические маски. Призрачная пуповина обвисает. Я наматываю ее на локоть, как садовый шланг для полива. Мое тело тащит меня за собой, когда его вывозят на каталке из операционной и привозят в палату реанимационного отделения. Там меня подключают к гудящим аппаратом стоимостью где-то 5 миллионов долларов. Все, о чем я могу сейчас думать, это о том, что у меня нет медстраховки. Три-четыре дня здесь и набежит столько, что придется закладывать дом. Ради жены я пытаюсь заставить свое сердце остановиться, но оно упрямится и продолжает работать, несмотря на все мои потуги. Люц, ну когда уже закончится весь этот цирк, почему я еще не отъехал? Он кладет руку мне на плечо. У тебя осталось незавершенное дело. Это какое же? Я не знаю. Это не ответ. Ты сказал, что проведешь меня на другой уровень? Да, я так и сказал. Ну, и чего мы ждем? Я правда не знаю. Люц, скажи честно, ты надо мной прикалываешься? Нет. Наш Бог требует четко следовать правилам. Как не следуй, все равно какое-то да нарушишь. Нет, это не так. Появляется моя жена и начинает биться в истерике. Она рыдает, как безумно, и у нее уже начинаются спазмы в легких. Если так пойдет и дальше, она окажется на соседней койке рядом со мной. Я пытаюсь сказать ей на ухо, чтобы она успокоилась, то сейчас самое время быть сильной, самое время вспомнить все, чему я пытался ее научить, как следить за выписками с банковских счетов, как правильно заложить дом, как уклоняться от коллекторских агентств, как переводить остатки с одной кредитной карты на другую. Ничего из мной сказанного до нее не доходит. Она продолжает рыдать и бросается к изголовью моей кровати. Медсестры пытаются ее успокоить, но ничего не получается. Она слишком на взводе. Молодой докторишка с большим количеством мусса в волосах, похожих на петушиный гребень, вынужден вколоть ей успокоительное. Ее усаживают на кушетку в приемной, где она застывает в оцепенении, тупо глядя в пустоту перед собой. Любой, кто наблюдал бы за ней со стороны, подумал бы, что я должен быть охуенный парень, раз она так реагирует. Они просто не знают мою жену. Дети вбегают в реанимационное отделение примерно спустя час. Моя жена все еще не в себе, с красным опухшим от слез лицом и в почти полуобморочном состоянии. Мои дочери изо всех сил стараются выглядеть опечаленными. Они расходятся по обеим сторонам моей кровати, и одна берет меня за левую руку, а другая за правую. Они плачут и нежно называют меня папочкой. Это слово настолько шокирует, что я дергаюсь на конце своей призрачной пуповины. Мне впервые становится немного грустно, что все так закончилось». Из-под тюрбана бинтов просачивается тоненькая струйка крови и медленно ползет по моему носу. Есть что-то такое в наблюдении за тем, как течет твоя кровь, отчего внутри все сжимается. Моя младшая дочь смачивает салфетку в кувшине с водой, стоящем на тумбочке. И протирает мне лицо, пока не стирает всю кровь. Это очень трогательный момент, до которого я даже не надеялся дожить. Я смотрю на Люца, он внимательно наблюдает за происходящим, и на его лице почему-то еще сильнее проступает печаль. Расскажи мне о себе, Люц. Он отворачивается и смотрит в окно на солнце. Жгучий солнечный свет не менее ярок, чем огненное сияние, исходящее от него. Его рот открывается, его рука сжимается в кулак, и он бьет им себя в грудь. Потом разжимает его и складывает вместе ладони, словно в молитве, но лишь на мгновение, прежде чем снова развести руки всхлип, который бьется внутри него с самого рождения человечества, пытается вырваться наружу, но он сглатывает его снова и снова, как делал это с самого Эдема. «Я был первенцем, любимым превыше всех остальных, пока мой владыка не решил, что во мне нет благости, и не отшвырнул от себя. Жестко он с тобой». «Да». «А остальная часть большой книги», Хоть что-то в ней правда?» «Кое-что, да». «Что именно? Я сам уже не помню». «Но ты был там с самого начала?» «С самого начала, да. Но мне тоже лгали». «В мои инь и янь воткнуты пластиковые трубки. Я сру и ссу через них в пакеты. Мои дочки краснеют, слушая эти звуки, но не так, как краснею я». Даже в смерти мне не удается сохранить хоть талику достоинства. Входит медсестра и прогоняет девочек. Моя жена по-прежнему в ступоре, накачанная успокоительным. Дочери выводят ее, спотыкающуюся из реанимационного отделения, под гул, писк и пронзительный вой медицинского оборудования. Мужчина с раком мозга в соседней палате обмекает в своей кровати, прибегают врачи и медсестры. Мне хочется крикнуть им, да чем вы ему уже поможете? Проявите милосердие! Но они не проявляют. Они переворачивают его то на один бок, то на другой. Втыкают в него иглы, засовывают в горло кислородную трубку и несколько раз бьют дефибриллятором. Люц подходит к мужчине и прикладывает ладонь к его груди. Аппараты, к которым он подключен, пикают, и все лампочки на них загораются красным. Мужчина с раком мозга шумно выдыхает, и его последний выдох повисает в воздухе желтым ядовитым облаком. Ну, по крайней мере, для него все наконец-то закончилось. «И со многими из нас ты так делаешь?» «Да». «Не сокрушайся так, Люц. Ты просто добрый внутри». — Нечасто мне такое говорят. — Ты слишком эмоционален. — Возможно. — Позволь еще один вопрос. Зачем ты забрал ноги моей матери? — Мне приказали. — Кто? — Наш владыка. Призрачная пуповина то натягивается, то ослабевает. Я снова пробую ее оборвать. Я лечу по больничным коридорам, заглядывая в палаты других бедолаг, лежащих со вскрытыми грудными клетками, с трепанированными черепами, с выпученными от боли глазами, с раздробленными ногами, сломанными руками, сломанным разумом. Из всех них Люц прикасается лишь к одному — мальчишке, которого сбил мусоровоз, когда он ехал на велосипеде. Снова прибегают врачи и медсестры и повторяют свое бессмысленное шоу. Иглы, кислородная трубка, дефибрилляторы. Но мальчишки там уже нет. Вот это милосердие. Я бросаю взгляд на свои часы. На моем фантомном запястье все еще болтаются фантомные часы. Фантомные стрелки нарезают круги. Мы еще немного летаем по больнице. Потом вылетаем на улицу. Напротив больницы парк. В нем играют детишки, резвятся собаки. Интересно, что там с тем обсосом, который меня застрелил? Вряд ли его к этому времени поймали. Возможно, он все еще за рулем своей тачки. Гонит, как сумасшедший. Летит по 495-й. У него больше нет револьвера. Наверное, напуган до усрачки. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Я знаю, как убить время, пока кто-то не решит, что нам пора отправляться в путь. Я хочу вернуть свои 18 баксов, — говорю я Люцу. Возьми меня за руку. Я беру. Мы летим с ним бок о бок. Я чувствую в нем силу и страдания. Ему было бы намного легче, если бы все его обязанности сводились к тому, чтобы просто сидеть на троне из костей, натирать рога в воском и смотреть, как юристы, страховые агенты и аудиторы налоговой службы варятся в кипящих котлах. А кто бы отказался на такое взглянуть? Абсос сидит в каком-то дешевом баре на шоссе 347. Я знаю это место. Когда-то, много лет назад, я захаживал сюда вместе с парой приятелей после рабочей смены. Приятный глазу полумрак и местные шлюхи не особо приставучие. Он большими глотками пьет четвертую или пятую бутылку пива и заказывает еще один двойной виски. Бармен сильно рискует, наливая такому сопляку, но с нынешней экономической ситуацией в стране он пытается урвать все, что может. Пацан потратил на выпивку, наверное, раза в три больше, чем забрал у меня. Его лицо на грани слез, его взгляд полон боли, почти как у Люца, почти как у меня. «Могу я с ним поговорить?» «Нет». «А ты можешь?» «Да», Тогда скажи ему, чтобы перестал так убиваться. Пусть улыбнется, пусть заведет побольше друзей, пусть прошвырнется по улице, снимет какую-нибудь шалашовку и переспит с ней. Скажи, чтобы не воспринимал все случившееся так близко к сердцу. Жизнь слишком длинна, чтобы тратить ее на переживания. Скажи, скажи, что я его прощаю, что он должен просто забыть обо всем. Люц обхватывает голову пацана руками, прижимает к себе и начинает что-то шептать ему на ухо. Он шепчет и шепчет, а я наклоняюсь, пытаясь расслышать, что он ему говорит, но не могу разобрать ни слова. Лицо пацана становится пепельным, толстая вена вздувается у него на виске. Я почти узнаю язык, он стар как мир. Он внутри нас, в нашей ДНК, и он был в нас с тех пор, как над первобытной равниной раздался первый человеческий крик. Пацан начинает тяжело дышать, с трудом всасывая воздух сквозь стиснутые зубы. Его нервы лопаются один за другим. Мне знаком этот звук. Он пытается отстраниться от Люца, но Люц не отпускает. Его шепот становится все настойчивее. Пацан что-то бессвязно бормочет и протяжно стонет в горлышко своей бутылки. Бармен спрашивает, «Эй, ты в порядке?» Но пацан не отвечает. Он вздрагивает всем телом, раз, другой, третий, затем боком валится с табурета, падает на пол, и начинает биться в конвульсиях. Через двадцать секунд его зрачки закатываются, он гадит в штаны и умирает. Бармен выходит из за барной стойки, принюхивается и говорит: "Да ёб твою мать!" Потом возвращается за стойку, чтобы позвонить в девять один один. Люц, какого хера? Я сделал, как ты просил. Тогда почему он крякнул? Он думал, что это обман. Он думал, что все, что я ему говорю, это ложь. И я открыл ему истину. Но он так упорно не хотел в нее верить, что не смог прожить с ней и минуты. Охренеть! Люц, тебе реально нужно поработать над речью. И тут я чувствую, как призрачная пуповина, связывающая меня с моим телом, истончается и рвется. Там, в реанимации, я тоже умер. Доктора прыгают вокруг меня, как цирковые акробаты, жонглируя своими шприцами, пытаясь снова завести мое сердце электрошоком. Но все это так же бессмысленно, как ходить на выборы или проводить время, стоя на коленях в церкви. Все это такая же тупая хуйня. — Ну вот, время двигаться на следующий уровень, — говорит Люц. — Пора предстать перед лицом нашего безумного владыки. Это будет плохо. Хуже, чем ты можешь себе представить. Но, подумав секунду, я понимаю, что хуже вряд ли может быть. Я уже прополз на брюхе по всем кругам ада. Люц просто не знает, каково это быть человеком, вести ежедневную войну, которую никогда не выиграть, лишенную смысла, лишенную цели. Он думает, что у него самая худшая работа на свете. Ему не приходилось тридцать лет без продыха въебывать на заводе. Он даже не представляет, сколько людей умоляют его появиться и забрать их. Я протягиваю руку и беру недопитую бутылку пива пацана с барной стойки. Может, это фантомное пиво, а может и настоящее. Какая теперь уже разница? Я жадно присасываюсь губами к горлышку и наслаждаюсь горьким вкусом, холодной влагой, струящейся по моему горлу. Может быть, это все, что мне было нужно в жизни. Больше времени проводить в одиночестве, в темных углах, грезя о своих несбыточных мечтах и притворяясь, что бой, который я веду, был не напрасным боем. Людс наблюдает за мной, а я за ним. Потом он протягивает мне руку, и я, одним глотком, допив остатки пива, хватаюсь за нее. Конец. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube канала.